Тысячи людей остались без средств к существованию. В результате произошедших паводков целые семьи оказались в чрезвычайно сложной жизненной ситуации. И нуждающихся в помощи с каждым днем все больше. Подтопление территории продолжается. Сочинцы не остались равнодушными и уже начали оказывать посильную помощь. Денежные средства они направляют на расчетный счет местного отделения Российского Красного Креста. Банковские реквизиты общественной организации вы сейчас видите на своих экранах. За три дня собрано 165 тысяч рублей. Почему мы сегодня говорим именно о денежных средствах? В связи с той большой отдаленностью территориально, регион Дальнего Востока находится, мы не видим целесообразности производить какой-то сбор продуктов питания, вещей или постельных принадлежностей, то, что мы делаем всегда для Краснодарского края и города Сочи. Вот поэтому мы приняли решение именно собрать денежные средства. По распоряжению губернатора Александра Ткачева на Дальний Восток свой однодневный заработок перечисляют все бюджетные организации края. Неравнодушные волонтеры серебряного возраста также готовы принять активное участие в помощи. Совместно с Красным Крестом пожилые сочинцы организуют акции по сбору денежных средств на сочинских площадках. Не каждому удобно ходить и заполнять в банке вот эти ННН, там, БИКи и так далее, цифры, тем более нашему возрасту. Вот, поэтому, если кто желает, мы готовы принять эту помощь у нас в волонтерском центре.